14 января на заседании Даугавпилсской городской думы депутаты утвердили поправки к обязывающим правилам, которые предусматривают введение материальных пособий для попечителей недееспособных совершеннолетних лиц. Спектр социальных гарантий для семей лиц, осуществляющих уход за сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, достаточно обширен. Это различные виды материальных пособий как на оплату коммунальных услуг, так и на приобретение необходимого инвентаря и оплату расходов на питание. В то же время попечители, которые по решению сиротского суда берут на себя обязательство представлять интересы совершеннолетних лиц с ограниченной дееспособностью, прежде не получали никаких пособий ни от государства, ни от самоуправления. Эти люди часто выполняют действительно тяжелую работу, не только в качестве юридического представителя, но и фактически ухаживая как за инвалидами, так и за родственниками, людьми, перенесшими инфаркт, инсульт или другое тяжелое заболевание, или страдающими психическими расстройствами. Рядом с нами проживают люди, у которых очень разные жизненные ситуации. В Даугавпилсе 261 человек нуждается в попечителе, кто будет представлять его в отношениях с государством, самоуправлением, в разных других инстанциях, кто будет беспокоиться о его собственности, о том, чтобы условия для жизни у него были соответствующие, потому что эти люди ограничены в своих правах. Попечителя в данном случае назначает сиротский суд. Как правило, конечно, это человек, который из круга родственников или проживает вместе с этим лицом, но бывает и когда этих родственников нет. До сих пор ни государство и ни самоуправление этим людям за выполнение вот этих обязанностей никаких оплат не проводило. Поэтому было принято решение, чтобы эти люди видели, что их работа замечена, что они нужны, что их оцениваем и мы со стороны самоуправления, сейчас будут получать пособие. В тех случаях, когда попечитель со своим эконом проживает вместе, то это пособие будет 120 евро в год, исходя из расчета на 10 евро в месяц. В тех случаях, когда опекаемое лицо находится в учреждении долгосрочной социальной опеки и не проживает вместе с ним, тогда эта сумма будет 60 евро в год. Планируется, что для выплаты нового пособия из городского бюджета дополнительно потребуется около 27 тысяч евро в год. Обязывающие правила еще не вступили в силу. Когда это произойдет, социальная служба подробно об этом проинформирует, и все, кому полагается новое пособие, смогут подать заявление на его получение. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.